Perfect. Кинь маркер синий, пожалуйста. Ой, тихо, что так сразу началось-то? Ой, я только включила, что так, это, резко, тихо. Так, погнали, посмотрим Ксайла. Кто знает друг друга лучше, я или моя девушка? А то я так и не смотрела уже два дня, как вышел видосик. А прикинь, он это придумывает. Ой, да ты угораешь, Муслим. Мне кажется, злой — это вообще единственный человек, который не удаляет свою историю браузера, да, все это делает не в режиме инкогнито, все это делает с компа. И злой — это тот человек, которого чаще всего палили историю браузера. Я помню еще времена, когда еще его соседка это палила, когда злой еще жил в старой хате, вот там вот еще в другой. Вот тогда это еще все было. Пипец. Это было так давно, это было 2 года назад. Уже тогда это было. Давайте, может, минут 40. Ой, давай не выпендривайся. Кадр снизу, а надо сверху. Нет, это она херню несет. Я вообще не слушаю. Все, правильно, ниже, да? Что ты херню несешь? Привет. Покушали хорошо. Пока. Всем привет. Сегодня у нас... А можно повеселее как-то? Как будто, блядь, на поминки пришел. Всем привет. Сегодня почти память на канал. Всем привет! Свадебные конкурсы 2007 сегодня у нас в программе. Я тебе вообще объяснял суть ролика, что мы сегодня будем вообще делать? Вообще нет, это сюрприз, как обычно. Смотри, Матвей, чухан, которого вы уже все прекрасно знаете. Это я. Ты подготовил вместе с другими ребятами. А я один готовил, это считается? Будет вопрос на тематику, кто из вас спортивнее, более спортивнее. И мы показываем. Каролина, либо Илья. Да, я поняла. Смотри. Каролина такая чисто, знаете, такая интеллигент. Как будто Илья такой чисто школьник, а она рядом с ним такая чисто, как это, ну, как будто учительница такая какая-то, преподавательница сидит такая. Это все вопросы для нас. Я не знаю, сколько там. Ну, Матвей, давай первый вопрос. С чего-то нужно начать все-таки. Начну. Мама. Давай, таким образом. Первый вопрос. Кто из вас пунктуальнее? Однозначно. Не будем скрывать, у меня есть грешок. Не такой большой, как у мистера Олега, но тем не менее. Но зато стабильный грешок. Кто из вас добрей? У вас прям все... Синергия есть, идет. Илья самый добрый человек. Я, знаете, из серии вот этот человек, которого там либо в банке, либо где-то еще накосячили. Я такой беру трубку, говорю, сейчас я уничтожу эту шарашкину контору. И такой, здравствуйте, извините, пожалуйста, у меня тут такая проблема. Ну, в общем, я очень вежливый и добрый человек. Ну, наверное, да, Илья добрее. Кто умнее? Ты оставляешь? Ну, смотря в чего, конечно. Тут по всем Ладно, параметрам. Пусть будет. По каким по всем? Мы сейчас устроим тест IQ. Нет, ну, короче, Илья, но все равно, как бы, есть какие-то моменты, которые западают у Ильи, есть некоторые моменты, которые западают у меня. Да-да. Ну-да. Кто лучше из вас учился в школе? Ну, я думаю, что я. Я даже не знаю. Ну, тут непонятно, потому у что... У тебя тройки были? Не было в четвертях. У меня тройки. В четвертях были. У меня нет. Ну, ладно тогда. А почему вы советуетесь? Кто лучше учился в школе? Я не знаю, от всех оценок Каролины. Сколько вы вместе? Начнем с этого. 3,5 гола. Мы не разговариваем почему. Ну, окей, Каролина. Ну, девчонки всегда лучше учатся по большей части, чем парни. Да, оправдывай себя. Я просто ленился. Кто лучше готовит? Ну, сори. Вы сами все знаете. А как же бутерброды с сосиской и сыром? Конечно, это легендарная тема, но у меня не все так классно получается, как хотелось. Тут будут сейчас флешбеки всех вот моментов. Это просто пиздец. Кто любит больше спать? О, точно, Илья. Он вообще Соня. Я вообще в 7 утра встаю. Я, кстати, сейчас даже хочу спать. Если честно, я не выспался ни хрена. Зачем ты в 7 утра встаешь? Ну, у меня режим такой. У меня дел много. У меня вообще их нет. А у тебя, да, ты вообще сидишь. Как не позвонишь тебе? Че делаешь? Валяюсь. Че ты? Ты че врешь нахрен? Я постоянно, че никак не позвонишь, я постоянно монтирую, либо сижу на стримах. Я максимально продуктивный. Ладно, молодой человек. Хорошо, ты либо сидишь на стримах, либо валяешься, либо давай не монтируешь. Пизди. Это единичный случай. Все, ладно, Илья, Соня. Кто больше сидит в Инстаграме? Извините, я блогер. Че, первый не совпадос? Надо потом проверить просто... Статистику? Да, и сколько типа в день сидишь. Время, проведенное в Инстаграм в среднем за день. 2 часа 31 минута. У меня 28 минут, у нее 2 часа 31 минута. Ты что, я ненормально? Я думала, все так много сидят. Понятно, короче, окей. Инстаграм моя любимая. Откат РП ситуации. Блогер, получается, я, а не ты. А одну фотку в месяц выкладываю. Девки. Классный Инстаграм. Кто из вас более спортивнее?
Илья, тут немножко у тебя, ну... Конечно, спортивный. Когда ты последний раз вообще занимался спортом? Из лука стрелял. А как она полетела, эта стрела? Еще по руке, сука, получила. Еще раз? Я не хочу стрелять. А, из лука стрелял. Давай 100-метровку пробежим, ты быстрее, нахрен. Я спортивнее. Посмотрим, кто спортивнее. Я спортивнее. Давай так. Придем к общему компромиссу. Ты чаще занимаешься спортом, но я более склонен к физическим нагрузкам. Ну, конечно. Ну, я же женственная девочка, а ты девочка. Мужественный мужчина. Женственная девочка. Один раз в футбол играешь в месяц. Знаете, мне, как и любому другому блогеру, иногда хочется отдохнуть от медиапространства. Я обожаю просто выехать на машине. Логично. Ну, хотя Илья... Кто из вас дольше собирается? Ну, конечно, да, логично. Ну, хотя Илья просто, в принципе, очень долго может собираться. Ну, как собираться? Просто лежать, потом вспомнить, что ему надо собираться через час. Я бы еще на ребре написал Олег и вот так вот показал. Айтипедия об этом говорил. Вот у вас у всех должен быть такой кореш, который постоянно опаздывает. И ты специально опаздываешь, чтобы прийти позже, чтобы прийти вовремя с этим человеком, который постоянно опаздывает. И в итоге ты все равно приходишь раньше, чем он. Кто больше заботливый? Ну, наверное... Я. Хз. Кто больше вспыльчивый? Карин, ты какая многогранная личность, ты просто. Кто больше любит детей? Не фанат я детей, если честно, вообще. Кто более ответственный? Я. Не пизди. Это не пизди. Работаю с крупнейшими компаниями, понимаешь? Хотя, мне кажется, мой рекламный менеджер перевернул бы вот это вот. Кто из вас больше хочет семью? Я, в принципе, так оно и... Ну, и... Илья вообще не хочет. Ты не хочешь семью. Я еще не почувствую такой жизни. Кто из вас первый предложил встречаться или был инициатором ваших отношений? Я вообще с ним встречаться не хотела. И как, это себе. И как это произошло? Мне просто самому интересно. Я на тот момент учился в США, и мне нужно было через день улетать на полгода. Времени думать было мало. Да, я Короле не сказал, лучше попробовать сейчас и не жалеть, чем не попробовать и жалеть. Нормально попробовал. Ну а к чему это привело? Жалеем вдвоем. Ладно. А я решила рискнуть, и теперь вот тоже думаю, вот, ребят, лучше не попробовать и... Кто после вашей ссоры подойдет первый, либо напишет, либо, ну, позвонит? Ну, мы вообще не так часто ссоримся, на самом деле. А, Илья так и сидел, все, да, Илья, да? Кто из вас говорит по ночам? Илья как-то, кстати, да, я помню, Илья ржал ночью. А, ну ладно, да, это... Как раз-таки Олег угрожал мне расправой во время сна. Кто из вас любит читать? Ну, короче, художественную литературу, книги читает гораздо больше Каролина. Я больше по статьям различным, интеллектуальным, документальным. Поэтому он мне, ну так я специально его выбрала, чтобы мы дополняли друг друга. Кто из вас романтичнее? Я даже не знаю, но я такой себе романтик. Ну, поначалу, короче, в первое время... Ну, первый где-то день, наверное. Какой там цветочек? Период, там один день был ты, романтики. Ни хрена себе, а как я там цветочки передавал? Один ездил, раз. Внезапно приехал, когда ты вообще не знала. Ладно, было. Короче, в первое время вот так, сейчас, ну, я такой. У кого из вас нет высшего образования? Неоконченное высшее, попрошу. А не что среднее, это? Не среднее, а неоконченное высшее. Ага. Кто лучше водит автомобиль? Вообще, даже не смей. Кто лучше паркуется? Давай, не смей даже себя показывать, даже эту сторону не показывай. Кто вот лучше... эти вот 30 км в час вот так вот едет, такой... Давай, Илья, показывай. Илья лучше водит, но паркуется он ужасно просто. Отвали нахрен. Все. Пацаны созданы Хаса, нельзя не парковаться. А я еду в Порш, Порш кает. У кого из вас... Больше страхов, либо фобий? У меня одна, и то я ее поборол. У меня ноль, поэтому... Кто из вас более целеустремленный? Наверное, Илья. Довольно такой кошмар. Кто из вас более ревнив? Не знаю, мне кажется, я. Ну, случаев конкретных не было, но просто по себе знаю, что я более ревнивый. Да, он меня даже, кстати, к брату один раз приревновал. Да, там, к какому-то шестиюродному. Это вообще не брат. Опа, а я сейчас... А кто он мне? Троюродный! Всякое может быть, Каролин. Я с ним солидарен. Я считаю, что троюродный это уже родственник, мне кажется. А, ну все, ну хорошо. Тогда я считаю, я тебе изменяла. Вот это пам-пам-поворот. Сенсация! Кто из вас более сексуальный? Сразу следующий вопрос. Несмотря на то, что он блогер, имеет большую, немалую популярность. Следующий вопрос. Кто из вас более популярный? Кто из вас
имеет больше спрос у противоположного пола? Конечно, я. Тут все очевидно. Прикол в том, что у меня в основном это мужская аудитория. И есть такие блогеры, на которых, ну, 70% подписаны девочки. У меня по большей части мужская аудитория, поэтому... Ты что, в меня выбираешь? Да. А вот если ты задал вопрос, кто больше имеет популярности к тому же полу, вот, ладно. Fuck you! 300 bucks. Кто чаще из вас меняет свое мнение? Я думаю, Каролина. Хотя не, наверное, я. Хотя, думаю, Каролина все-таки. Ты знаешь, у нас с Каролиной такие споры бывают. Мы просто за какую-то хрень вцепимся, никто не перебеждает другого. Поэтому тут ребро, тут хрен знает. Тут не... Тут вообще, да, тут типа непонятно. Кто чаще всего обижается? Ну, наверное, да. Конечно. Что тут вообще думать? Кто из вас говорит друг другу больше комплиментов? Да Илья вообще мне комплиментов не говорит. Да, я ему говорю, ты ведь самый лучший. А Илья мне один раз только... Один раз мне только сказал, что у меня красивые ноги. И все. И на полгода хватит. Нет? Это не так было? У кого из вас дороже одежда в гардеробе? Ну, вот было дело. Год 18-й. Ну, сейчас я вообще себе дорогого последний раз вообще ничего не покупал. А сейчас что на мне? Кстати, друзья, покупайте мерч. Отличная одежда, замена всяким дорогим брендам. Хорошее качество. Ссылка будет в описании, как говорится. Ты молодец, красиво. Ребят, если что, вопрос этот не был подготовлен. Это реально чисто случайность. Кто из вас больше проводит времени в ванне? Точно, Илья. Ты что несешь? Какой в ванне? Я моюсь, блин, 5 минут, если только... голову мою. Я вообще даже в ванне не люблю лежать. Ну, что-то я... А ты вечно там сидишь. У меня первое, что приходит в голову, а потом я понимаю, что я в душе сижу по полчаса. Вот полчаса можно просто сидеть на одно место воду лить. Кто из вас более суетлив? Ну, я больше такая, вот, давай, там, быстрее собирайся, там, или еще что-нибудь, да, быстрее делать. Ну, да, знаю, я так, более... Больше действий, Илья просто лежит. Мой тотемный зверь — это панда. Я спокоен вообще, так, медленно все. Кто из вас лучше целует? Это как сравнивать вообще, я не могу понять. Ты типа ну, считаешь, как, что как ты себя оцениваешь, так скажем? Я не знаю, честно. Ну, я скажу, Но я неплохо вообще, в принципе. Ну, я скажу, что я... Лучше, как бы сейчас 10 в СНГ я точно обхожу. Да? Я придумал. Целовальщика. Нет, кто из вас лучше в постели? Да ты чё, блядь? Чё это вопрос? Я лев тигриный вообще. Это опять же, кто как себя, наверное, оценивает. Я хищник, правильно, что обрекало? Следующий вопрос. И, кстати, он последний, походу. Кто из вас веселее? Даже не переворачивайся. Каролина что-то, кстати, уверенно хотела... Она сначала проверила. Нет, не, я хотела сказать Илья. Я вообще веселушка. Спасибо огромное, друзья, за просмотр. Обязательно ставьте лайк этому видео, если хотите видеть еще подобное. Матвей может подготовить вопросы какие-нибудь. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на там инстаграм Каролины. Ну, это можете не подписываться сейчас. Вообще топчик. Блин, обожаю такие видосики у них вообще. Просто супер.